Ну как такого красавца не заснять, да? Красавец. Друзья, добрый день еще раз, добрый день. Ну что, в лес ходили, грибочков принесли. А значит, сейчас мы их отвариваем. Минут 20 слегка подсоленной воде. И будем мариновать. Грибочки вот такие здесь у меня беленькие. Маслятки. Маховички. Значит, 20 минут они покипят и будем перелаживать в стерилизованные баночки. А предварительно перед этим сделаем маринад. Маринад готовим так. На 1 литр воды берем 3 чайные ложки 70% уксусной эссенции, 2 столовые ложки сахара, 4 чайные ложки соли, 3 лавровых листика, 6 душистого, 3 гвоздики и чуть-чуть корицы. И значит, этот маринад должен обязательно покрыть наши грибы, чтобы не образовалось никакой плесени. А сверху чуть-чуть нальем растительного масла. Ну вот. Такие маринованные грибочки у нас получились. Вроде грибочков было много, а всего 2 баночки. Ну что сделаешь? С малого по ниточке.